Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Somnia V Arc. А перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В общем, мы прибежали с задания, я все продал, и что-то как-то голячок у нас. Еды осталось 6, воды до хрена, ну хотя вот еще есть. Пистолет-пулемет я продавать не стал, но килограмм у нас 42 осталось. Чем я не знаю, у нас не хватает деталей сложных. Да, вот сейчас мы посмотрим, что у нас по заданиям, и куда-нибудь пойдем, отправимся. Наверное, в гнездо я хотел вообще сходить. По-хорошему-то. Так, по-хорошему я хотел в гнездо сходить. Найди в сомнических видениях девушка по имени Тель. Она является причиной того, что происходит. Пробуждение. А, встретись высоко поставленным куратором этой группы, которая выставлена. Так, площадь славы. Ну, это я не хочу пока туда идти. Так, новые задания. Нет, зона B27. Гнездо. Погнали в гнездо хилицитов. Сейчас там, наверное, поминусуем их немножко. И посмотрим, что нам за это дадут. Хилициты. Ага, транспортный тоннель. Ну, ствол пока показывает себя хорошо. Посмотрим, как себе автомат покажет. Просто если он чинится дешевле, а 9-миллиметровых, в смысле жажда. От чего у тебя жажда? Я только что пил. Братан, ты чё, нельзя же так. Ну вот, бухлишка. Не, это торгаш единственный на этом районе, сейчас мы с ним поговорим. Ты роешь в своей кучке, я в своей. Опять этот приемник дебильный. А туда же вниз спуститься можно, да? Да, вниз же спуститься можно, я забываю совсем. Я аж хотел к торгашу побежать и валить отсюда. Давай, обыскивай хлам. Там сзади, наверное, хлам еще есть. Может, мина. Будет забавно. Че я открыл хоть? Хз. Честно, не знаю, что открыл. Так, ну... О, я знаю, чем мне надо купить. Я только что понял. Отмычки в огромном количестве. Да. Отмычки, а то 20 тысяч есть, а отмычек нет. Да и надо скупать сейчас все детали ремонтные, потому что, ну как бы, сначала мы бегали и лутались, и были, в принципе, бомжами, потому что у нас как бы, ну, ни черта не было. А теперь мы хотя бы более-менее нормальные. Так, отмычки. Да, твою мать, спасибо, отмычек у тебя нет. Зато топор есть, о, молодец какой. На, забери, это тоже не лечит, да? Ага, очки жизни. Я грязную воду пить не собираюсь. Вот еды бы я взял. Я возьму вот это и вот это. Нормально. А еще я возьму у тебя... нет, я больше у тебя брать ничего не буду. У меня 24 тысячи, и мне нормально. Да, без отмычек будет тяжко. Без отмычек будет тяжко. Мы же навыки еще прокачиваем отмычку. А без отмычек реально будет тяжко. Пистолет сломается, возьмем пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет сломается. Посмотрим, чем его чинить можно. Нам же яйцо это надо добыть и принести еще. Да и гнездо зачистить заодно. Тут же можно локацию зачистить и все. И все с концами, больше там ничего не появится. Меня рады, такие наушники пролетают. Ай. А, смотрите, нажали на наушники и время остановилось. Ну давай быстрее. Чё ж такой медленный-то, блин. Так,
Крематории были, здесь были, а вот здесь в зоне 27, я не помню, были мы или нет. Посмотрим, что у нас здесь. Охереть. В смысле? Лечись, лечись. 6. Что это было? Так, стоп. Жажда, торговля, время. Отчего я сдох-то? Чё за херня это произошла? Это походу эти твари. Да, я был просто не готов к ним. А, в жопу, сказал бы я, но мы пойдем к гнезду хелицитов. Что-то странно как-то. А чё я сдох-то? Я ж так и не понял. Реально, от чего я сдох? Жилой блок, блин. Яда вроде не было, от чего тогда меня минус... Ну, значка яда, обычно там отравление, там 20 секунд. Да знаю я. Радуйся, что живой. Мне надо сложные оружейные детали набрать. Или хотя бы то, из чего они крафтятся. Главное, на мины не наступать. Которые, скорее всего, здесь много. Мне вот этих бы рабочих надо отмодохать. По-хорошему. Угу, замечательно. Это что такое? Химикат. Давайте еще разок попробуем. Сохранимся только. Прям там. Как они меня минусанули-то? Я так и не понял, от чего я помер. Я думаю, что от постепенного урона. А я могу сохраниться прямо здесь? Могу. Я сдох, походу, от постепенного урона, но они меня покоцали. Я вообще половину выстрелов в землю вальнул. Ну, а мимо. Даже из пулемета. Так, сразу один. Сразу один надо нажать. Так, еда. Жесть, от чего я умираю? Или я в принципе в этой зоне умираю? Я, походу, в принципе, в этой зоне умираю. Надо валить отсюда. Валим, 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 валим. Валим, валим, валим! Что меня валит-то, блин? Меня что-то валит. Я не могу отсюда свалить.
Это багованное место. Вот, что-то меня валит. Я не понял, от чего я сдох-то. Ну вот яйцо мы подобрали, подобрали. От чего я сдох, я не понял. Кто вообще понял, от чего я сдох? Просто что-то сверху по мне плевалось, походу. Я не понимаю, как это задание пройти. Но я на него не пойду тогда. Нахрен мне это надо. День текущий по имени Тель. Найди девушку по имени Тель. Дай временница. Ага, ясно, так. Я не знаю. Найди рити... Ага. Найди раритет на телевизор Сэпер 5. Он рассказал, что такие телевизоры иногда встречаются у торговцев. Еще я могу отправить в зону B27. Раньше там был склад бытовой техники. У местных могли сохраниться подобные приборы. B27, погнали. Я не пойду в гнездо. Меня убивает что-то. Твою мать, что-то. Я даже не знаю, что меня убивает. И я не могу свалить из зоны с яйцом уже полученным. То ли это баг, то ли это что, я не знаю. Думаю, что это какой-то баг. Потому что что-то убивает меня, я не понимаю, откуда это что-то меня убивает. Как дальше сражаться, непонятно. Либо это хрень невидимая, либо она упала вниз, либо я не знаю, что за фигня происходит. Реально не знаю. Ну, знаю, что здесь можно будет погулять. И пообщаться, полутать карту. Ага, голод. Молодец. Давай, скушай шоколад. Привет, солдатик. Жажда. Неплохо. Сохранимся-ка. Стоп. А нет! А, черт. Блин, такой кайф обломали. Я хотел просто загрузиться и попробовать заново. Ну, не хочу тратить детали, они дороги, дорого стоят. Я не хочу их тратить. Я, конечно, понимаю, что у меня денег много, но... Я думаю, когда у меня будет тысяч, там, так, 500, тогда да, можно будет не сохраняться и скупать у всех все. Тогда можно будет у всех все скупать, а сейчас я не хочу этим заниматься даже. Патрончики. Это что такое? Воск? О, воск! Защита ближнего боя. Сомня плюс 10. Не знаю, что такое. Скальпель нашли еще. И отмычка нужна одна. Нам нужна одна отмычка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. О, я вижу детали мусора какого-то. Не знаю, интересного, нет. Привет, пацаны, как дела? Можно я внутрь зайду? Ясно. О, с тобой можно поговорить. А, нет, это просто снайпер. Так, тачку вижу. Торгаш. Здорово. Есть время... ты не можешь на меня военную форму? Я ряд... так, я рядовой из этих мест. Ага. А вот как, что ж, это не дает тебе чести. Я хоть против закона и не иду, геттеров, карателей, привычек не привыках. Так, есть время поговорить. Ладно, я сменю тему. Снова допрос, сколько можно вопросов? Я не имею никакого отношения к ренегатам. У меня есть лицензия и все документы. Сложно... Поверить, что ты никогда ничего не знаешь об этой деятельности. У меня в заведении для постояльцев вход закрыт.
А для повстанцев вход закрыт. И не думай, что я заинтересован перед властным юнитом. Ага, ясно. Короче, мне это не интересно, братан. У тебя есть? Ага, ясно. Это не торгаш. Это хреново очень. Мне нужен торгаш. А, так, Сайлор. Я слышал, границы перекрывают. На КПП уже стоят военные. Что происходит, юнитер? Не твое ума дело. Есть, все поймет. Так, если все пойдет по плану, к концу месяца я заберу семью поближе к корпу. Надеюсь, все, кого я знаю, смогут выбраться из этой трущобы и начать новую жизнь. Да мне плевать. Мне плевать, мне нужен торгаш. Карта есть? Естественно, какая-то херня будет происходить. Телеки старые. Мы же за телеком пришли. Погоди 5 секунд. Карта тут есть? Хрен мне, не навигация. Так. Тут тоже глухо. Блин. О, ящик нашел. Да хрен мне, не ящик. А это трущобы. Пошли в трущобы. Да. Потому что в трущобах, скорее всего, мы сможем что-то хоть купить. Нам нужно много оружейных крутых деталей. А также нам нужны другие детали, чтобы создать оружейные детали. И также нам нужны... О! Смотрите, какая прелесть. Так, секунду. Сомни, грибы. Это грибы. Сейчас грибы заберем. Да давай, забирай. Он, смотрите, он, мне кажется, он сапфир смотрит. А, это криома. Они здесь живут, вот, да? Привет. Есть у вас что-нибудь тут? Это прям помойка какая-то жесткая. А, чё надо? Так, ну что там сегодня показывают? А, да вот какой-то усатый кретин рассказывает об этой, о военной модернизации. Вот, комитет получил собственную штурмовой отряд или что-то вроде того. Интересно, у тебя телевизор. Слушай, не Сапфир 5? А, ну вроде... как-то называется, а тебе что за дело? Я давно ищу эту модель. О, иди ищи в другом месте. Он хоть и едва дышит, но таких уже не делают. Так, не те умные нынче. А, так, ну понятно. Менять его современное дерьмо я не собираюсь. Сколько ты хочешь за телевизор? Мы эти твои талоны того не нахрен не сдались. Ага. Могу я для тебя что-то сделать? Ага, вижу. Я к чему ты клонишь сейчас? Он мне тут полы помоет, а я ему на радостях телевизор подарю. Хрен мне, а в уши не заталкивай. Думаю, тебе следует отдать мне этот телевизор. Телевизор, друг. Это с какой еще хрена? Так, эксперименты... Так, экстренные нужды ордената. Я исходил всю свалку вдоль и поперек. А вас, мордоворотов, я не боюсь. Проваливай. Ага, ясно. Вот так дела решают на моем районе. Кто-то против? Нихера себе ты мне тут принес. Спасибо. И тебе спасибо, друг мой. А, крему мы уже лутанули. И тебе спасибо, шлепок. За перегруз. Неплохо, кстати, залутали-то. Торгаш, привет.
Что ты здесь делаешь, старик? Да вот, самоход хочу собрать. Ха-ха, у нас здесь все свои руками делают. Ага, ясно. Серьезно, можешь посоветовать чего? Есть такая какая-нибудь бумажка, я сейчас ее покажу. Хм, где-то была. Спасибо, солдат, а мне тебе отблагодарить-то нечем. Возьми, что ли, вот эту схему. Это чего схема? Ну, блядь. Стоп, что ты тут делаешь? Я вообще хотел схему какую-то мы получили. Это что, рецепт извести? Читаем. Телек забрали. И рецепт схемы деталей. Схема деталей у меня уже есть. А, защита 3-3, взрывчатка, взлом замков. Может быть. Дубинка. Охренеть, она как... Она не подходит как то оружие, какое мне хотелось бы. Старый дробовичок. Масочка неплохая. У нее брони должно быть 14, а у этой брони так себе. А, торговля 0-1, защита в ближнем. Да такое себе, если честно. Антикрит 3%, броня 14, защита в ближнем. Защита от выстрела. Урон от выстрела минус 10. В смысле, это мне или я? Ну-ка. Хе-хе-хе. Какая симпатяга. Давайте в зону вернемся. Блин, я хотел торгаша найти. Хоть какого-то. Но зашел телек. Если так подумать. Сейчас телек мы отдадим. Ага, но отмычку я так и не нашел, кстати. Единственное, с кем осталось тут поговорить, это вот эти ребята. Продолжай. А в зоне Б-27 идет подготовка к силовому мероприятию. А, готовься... Так, готовится военная операция. Ваш номер есть в списке? Не уверен. Что ж, если не терпится послужить автономии, вы можете вызвать вон тот броневик. А, вам и тот броневик. Когда начнется операция? Ждет приказа полковника Сабры. О каком мероприятии вы говорите? Операция «Колокол». Зачистка зоны с неопределенным статусом под номером Б-27. Твою мать, эти кретины хотят тут все зачистить. Зря мы телек забрали, да? Продать никому не можем. Блин, печалька. Печалька только в том плане, что мы никому ничего не можем продать. Мне кажется, от перегруза мы жрать еще больше захотим. Но мы сюда вернемся. Две отмычки потратить-то надо. В какой зоне мы хоть телек забрали? О, точнее, в какую зону хоть телек отнести надо? Ну, точно не доктору. Доктор там что-то у нас еще просил, кстати. Похищенные яйца, глобальный экран. Ага, хозяин магазина D106. D10B, извиняюсь. Вот, нам все равно туда отправляться. Мы можем закупиться почти всем. Куча оружейных деталей должна закупиться. И как раз таки мы отправимся в... Дальше пойдем по заданиям. Там надо на площадь славы сходить, пообщаться с народом. Да и много чего остального. Статуя совы так и никому не сбагает. Я уверен, что этот человек где-то есть. Но где непонятно. Самое забавное, если статуя совы придет сбагать под самый конец. А потом, знаете, с самого конца карты где-нибудь... Вот отсюда, вот, да, или вот отсюда. Бежать вот сюда вот просто. Либо, не знаю, вот с этого куска астероида там, да, бежать вот сюда. Смотрите, мы с какое расстояние прошли, и ничего нет. Странно. Обычно уже за такое расстояние мы на кого-нибудь натыкаемся. А сейчас ничего. Кроме технического блока. Хм-хм.
А это крематорий. Это сосуды с порохом. Опа. Ребятки, еще раз так сделайте, я вам кадык проломлю. Так, но мне нужен торгаш все равно. Да, потому что замки мы ни один замок не откроем. Привет, братан, скажи, что у тебя есть отмычки, я тебя прошу. Ага, оружейные детали. Возьмем все. Шприц купим, гранаты покупать не будем, водички купим. Шашлычка возьмем. Ёб твою мать, что это так дорого стоит сейчас? 7000? Нет. А чё мы купили? Отмена. А, шприц 5 косарей стоит. Ёпта. 10, 7, 4. Такое себе. Патроны. 138 штук. 5000 стоит. Неплохо. Возьмем? Или не возьмем? У тебя 9-миллиметровка есть? У тебя 9-миллиметровка есть. Возьмем вот этим. Интересно, мы выйдем в плюс или нет? Нет, странно. Я рассчитывал на выйти в плюс, если честно. Если честно, мне не сильно-то нужны вот эти патроны. Да. У него все равно отмычек нету. У нас, кстати, уже 50 килограмм. Нам в этой зоне, в принципе, делать нечего. Так, у этого парня отмычек нет. Почему ни у кого отмычек нет? Что за хрень? И как нам вылечиться, кстати? А, там у докторишки. А, за копеечку. Магазин воздуха. Нам как раз магазин-то и надо. Нам еще какую-то бабу надо. Если мы сейчас, знаете, как сделаем? А, противнику минусовать придется. То есть я думал бежать, взять яйцо и убежать. Ну не получится, потому что нам надо минусануть минимум троих. Так, магазин возника. Как мне сейчас хорошо-то, а? Отмычки. Щиты. Нихеровенько у тебя тут. Это что такое? Серьезно? Блин. Серьезно? Сапфир у тебя был? Вот тварь, а. Продадим лишнее. Химикаты тоже можно багрить. Сова. А, в жопу иди, сова. Вот это я у тебя еще куплю. Стоп. Где у него были? Мы все равно по деньгам не проседаем. А так мы сейчас еще сапфир сдадим. Так, стоп. Задание есть? Это кто-то из магазинов. Ну, мы сейчас пробежимся еще по магазинам, посмотрим. Покажи, что у тебя есть магазин. У меня есть... есть к тебе пару вопросов. А, это мы уже спрашивали. Так. А что у тебя есть? Эми винтовка? Ха. Неплохая штука. Кстати. Возьмем, а то у нас не хватает. Кому нам надо-то там вообще по навыкам? Ой, по навыкам, по заданию-то. Хозяин магазина штучки возника в Dead
106 просил найти мне телевизор. Штучки Возника. Стоп! Я в B10B. Твою мать, а я не в D106. D106 находится вообще далеко. Блин. Опростоволосился немного. И не туда тэпнулся. Да. Вроде как да. Но если что, мы просто зайдем в эту же локацию. Но D106 туда дальше, левее. Левее и выше, скорее всего. Потому что можно прям штучки... Так, вот где-то здесь она. А, нет. Мы на правильном месте. Магазин Возника мне нужен. Магазин Возника. А где он? Магазин Возника, Возник. Блин. Чё-то я забыл, кто это. Почему нас тэпает не у магазина Возника? Ты что ли Возник? А, Возник. У меня есть типа... так, насчет того телевизора. Вот тот самый телевизор. Невероятно, этому аппарату... А более 400 лет. Так, какая сборка? Задание обновлено. Голубой экран. А, так, какое покрытие? Никто даже не догадывается, на что способен этот прибор. Друг мой, не думаю, что это скромное вознаграждение сможет... Ага, понятно. Косарь 500. Инструменты. Возник. У меня есть... У тебя случаями найдется для меня работенки? Есть еще... есть еще... Как есть... А Гастер был настолько впечатлен моим модификацией, что он готов уступить мне одного из своих ремонтных роботов. Цену он, конечно, загнул, то еще, но упускать такую возможность нельзя. У нас в округе днем с огнем не сыщешь таких аппаратов, а как в старой крепости, в стальной крепости. А, так, дельце не слишком сложное, забрать у Гастера, Гастера бота и вернуться сюда. Ладно, я возьмусь за это. Так, выполнили. Ага. Угу, площадь славы. Погнали. Задания летят прям один за другим. Площадь славы. А, нам все равно на площадь славы. Как... Ой, сейчас телек забирать. Потом тащить его обратно. Точнее, покупать телек, а потом тащить его обратно. Ну, посмотрим. О, технический блок. А, ё-моё, не хочу в эти технические блоки сейчас находить. А, мы купили 9 отмычек, все нормально. Нам надо торговлю, кстати, налаживать. А, да, тут что с тобой не так? Что-то... Он слегка меня подлагнул, он мне что-то влево бежал все время. Вроде буковка А не залагала. Что-то странно с ним произошло. Так, заберем давайте отсюда все. Естественно, ремонтный робот. Куда же без него? И торговать. Что у тебя есть, друг мой? Замечательно. Броня 35, скорость минус 6, защита от взрыва. А я куплю тебе эту броню. Я куплю тебе эту броню. А взамен я дам тебе вот этот набор. И все. Нам же нужна. У нас 888. Говно не броня. Тысяча 160. А сверху мы тебе ничего не закинем, да? Ну ладно. На тебе вот это и вот это. А ты там с нас бабла много срубил. Слишком. В смысле, а почему у меня телек до сих пор стоп? Твою мать, почему у меня телек с собой?
Что-то не так пошло, походу. А, скорость уменьшилась. Из-за того, что мы теперь в железной броне. Ну ладно. А, я думал, вот этот квадратик мы немножко это пересмотрел. Это мы только от блока отошли и сразу же началось. Блин, я надеюсь, сейчас не будет этих вот происшествий, назовем так. Да твою ж мать, а? А, не, можно выйти и зайти, но как бы я хочу залутать там все. Тем более отмычки есть. Жилой блок. А, да я знаю. Уф. Да, уф, потому что сидишь на бочке с горючим. Я бы вообще там не сидел на твоем месте. Но я не на твоем месте, так что мне замечательно, ни хрена в роботе. Твою мать, это шедевр, это шедевр. Ни черта в роботе нету. А здесь вообще конкретный хлам. Так, ремонтный робот что нам покажет? Тоже ни хрена. Нет, две батарейки. Шкафчик. Надеюсь, не зря отмычку трачу. Твою мать, зря, походу. Так. Ну это вообще ни о чем. Секундная пауза была. Забираем. Погнали дальше. Ну почему открыть замок-то, ё-моё? Ненавижу это. Уже надоело. Честно. Да и за хлам всякий отмычку. О, еще хлам. Реально, за всякий хлам тратим отмычки. Вот ни разу я не находил что-то реально такого стоящего. Не, ну ладно. Что-то стоящее было один раз, может два. Нет бы все время находить что-то стоящее. Но хрен из два, мне игра такого не позволит. Такого мне, конечно, не позволят. То есть надо найти какого-то чувака и забрать у него робота. Прекрасно. Все, больше, надеюсь, не будет этих сюрпризов. А то мы ни хрена по факту не получили. Хлам, который мы сейчас продадим за копейки. Да? Транспортный тоннель. Ну вот как это понимать? Как это понимать? Прекрасно. Просто... О, перегруз. Просто прекрасно. Погнали. Сейчас такая, знаете, мина, бах, я в соседней стенке. Было бы забавно немного. Потому что у меня такой легкий перегруз уже напряжно. Немного. Хорошо, что вот это со мной не воюет. Я считаю, что эта локация, кстати, еще маленькая очень. Но туда можно было дальше убежать. Чем меня не устраивает? Вот тебе ремонтный робот. У тебя же боевой робот вроде валялся там. Или он нам именно ремонтного попросил забрать. Если ремонтного, то ладно. А то у него боевой там валялся дрон. Так, я надеюсь на металлические и механические детали и отмычки. Я надеялся, я получил. Но не все хотел. Так, кстати. Урон 21, урон 20. Ну, у меня покруче. И прочность 152, 184. Понятно, мой все же круче. Так, держим. Держим. Отобьем хоть какие-то бабки. Я телек смог продать?
нет, телек пока не будем продавать. Я просто не знаю, там пригодится он нам или нет. 55 килограмм. Это плохо? Да, это ужасно. 55 килограмм. Я еще до сих пор не добежал до своей мастерской, чтобы починить тачку. О, починить пушку. И пулемет еще ремонтировать надо. А, там вроде есть мастерская. На площади Славы вроде одна есть мастерская. Мусорный рынок. Да. На мусорном рынке есть как раз мастерская у кузнеца. Сейчас посмотрим. Я для него слишком крутую службу служил, чтобы он просто так мне его не отдал. Так, где он? Так, во-первых, я хочу кое-что у тебя купить. Кое-что. Угу. Стоп. А, вот, сложное оружие из деталей. Да, нам надо дофига деталей. 22. Другое дело. Так, смотрим, у кого нам по заданию надо забрать. Ага, нет. Гастер. Стоп, подожди, в смысле? Я что-то не понял. А, возник дал мне новое задание. Мне нужно доставить ему бота из мастерской Гастера на площади Славы. Кузнец Кир. Мастерская Гастера. Старьевщик, что у тебя есть? Угу. Угу. Да. Мастерскую Гастера надо найти. Это вряд ли кузнец. А где же мастерская Гастера? Я даже не помню. На площади Славы. Хе-хе. Кто ты? Сержант Дархала. Не знаю таких ребят. Но прошел я... Опа, обезвредить. Прошел я без труда вперед. А мне дальше прохода нет. Что за херня? Ладно, ребят, я, наверное, буду на этом за... Твою ж мать, я ж испугался. Да, ребят, мы будем на этом пока что заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!